Пациент, вы деньги принесли? Простите, а зачем вам столько галоперидола? Я его натурально съем, и меня повезут в дурдом. Но зачем? Не плющит меня в солдаты идти. Сложный был год. Налоги, катастрофы, проституция, бандитизм и недобор в армию. С последним мириться было нельзя, и за дело принялся знающий человек, наш военком. Он собрал всех тунеядцев, дураков и коллег в районе. Даже глухих определил в погранотряд «Альпийские тетерева». Столько лет уже прошло, они еще где-то чудят. Есть такое слово «надо». А я тогда присягу принимать не буду. Эх, дружок, молод ты. Не ты выбираешь присягу, а присяга выбирает тебя. Прапорщик, запишите эти простые, но в то же время великие слова. Мам! Мама, я не хочу идти в солдаты. Я боюсь. Ну, надо звать дядю Витю из Ерденева. Он зоотехник, он знает, как в армию не ходить. Жизнь без армии – это все равно, что любовь в резинке. Движение есть, прогресса нет. Толя, что ж ты всю нашу работу пожег? Я не нарочно. Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения. А нельзя было хотя бы бухгалтерию со столовой оставить? А что это? Сегодня получка должна была быть. Я не подумал. Не подумал. Теперь думай, как с первым поездом в войска укатить. А то засадят в клетку, как жирафу. В человеке все должно быть прекрасно. Погоны, кокарда, исподняя. Иначе это не человек, а млекопитающее. Применяя это средство, в несколько раз увеличивайте срок годности карбюратора и поршневых колец, а также всего вашего... Зинаида! К маме с чемоданами! А вы, молодой человек, наденьте брюки и ко мне с зачеткой. Потом в армию. Годы у вас подходящие. Есть разные люди. Одни родину от врага защищают, другие жен своих педагогов за сиськи по институтам таскают. И те, и другие могут быть солдатами, только первые уже солдаты, а вторые еще нет. Понимаешь, Чебурашка, у которого нет друзей, я галоперидола скушал, а меня в армию тянет все больше и больше. Что же мне делать? Чебурашку, у которого нет друзей. Природа не храм, и уж тем более не мастерская. Природа тир, и огонь в нем надо вести на поражение. У нас убеждения. Какие такие убеждения? Мы верим в Господа нашего Говинду, а он нам в людей стрелять не велит. Все. Вы нам подходите. И Говинда ваша ничего, жидковато, но ничего. И стричь вас опять же не надо. И люди вы, видно, выносливые. 4 часа Хари Кришна врать, это не каждый сдюжит. Пойдете в химвойска. Что, гражданин, не спится? Не искушай, Орел, без нужды. Мы хотим с Чебурашкой, который ищет друзей, служить в артиллерии. Нет препятствий патриотам! Нет. Военный – это не профессия. Это половая ориентация.
Да, жизнь — это колода карт. Мне было душно от мира. Мир ко мне симпатии тоже не испытывал. Надо было сделать выбор. В монастырях не давали курить, в тюрьмах пить. Оставалась армия. Армия — прекрасная страна свободы и от мира, и от себя. Как обычно, националь или Ильгауча? Сегодня военкомат. Надо ему указательный палец отнимать. Без указательного пальца солдата не берут, потому как стрелять нечем. Предлагают циркулярку, но если на дому, то и кусачками можно. Как же я без указательного пальца, дядь Вить, жениться-то буду? А что ты с женой указательным пальцем делать будешь? Ну, я точно не знаю. Я человек еще молодой. Но раз ты такой молодой, то тогда тебе надо по-маленькому в штаны ходить. Иначе говоря, ссаться. По-научному инурез. С инурезом тоже не берут. Я ссаться не хочу, я брезгую. И потом, как же я по-маленькому буду, если меня бабушка в одно и то же время приучила? Ровно в 4 утра. Бабушка у нас доярка была. У нее в 5 дойка начиналась. Брала, значит, меня малыша и на очко. 4 утра. Отличное время. Делу время, потихий час. Будешь ссаться на людях. Или палец отнимать. Будь мужчиной, сынок. Как твой пропавший без вести отец. Что, солдат, ссымся? Так точно, ссусь! Ну, это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. И я ссусь. И даже главком пысается бывает. Но по ситуации. Что же нам из-за этого? Последний долг родине не отдавать. Твой позорный недуг мы в подвиг определим. Пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь. А теперь всех на распределительный пункт. Чао, Буратино. Можете даже писать мне письма до востребования. Меня зовут Себастьян Перейро, торговец черным деревом. Шутка. Выгрузили. Не помню в деталях, как и где. Помню только, что меня тошнило. В отличие от всех остальных, в армию я пошел по духовным соображениям. Мужики, а где тут берут морские котики? Страйбат у меня нет никакого настроения. С детства не вношу бесплатного физического труда. А ты что, косить не будешь? Смешные вы люди. Зачем же я тогда сюда приехал? Косить дома надо. Хотя это на любителя. Я вам советую, бутылку разбейте и стекла нажритесь. Верное дело. А я лично еду в армию. На халяву здоровья. И знаний набираться. Эка тебя тыркнула. Ну на, выпей. Может, отпустит. Дежурный придет, там разберемся. Да ты чего? Я тебе, дубина, который раз говорю, что я в армию уже ходил. О, а сейчас я племянника провожал. Вон он лежит, губастенький, обоссанный, весь. Ты проверь. Проверь. Слушай, мне через час на дойку идти. Чё ты молчишь? Башмаков моя фамилия. Виктор Эдвардович, понимаешь? Дежурный придет, там разберемся. Ты! Швалите, друзья. Сколько хотите. У Чебурашки, который ищет друзей, парники. Марина! Ты меня жди, я вернусь. Да, да. Что? Нет, Марина, к барину на день рождения не ходи. И к Толяну не ходи. А к тете Вере ходи. А, спишь? Кто тебя там кашляет? Передай дедушке привет. А сама почему сопишь? Простудилась? Надо лечиться, ты ложись в больницу.
Я тебе письмо написал на 7 листах. На место доберусь, конверт куплю и пошлю. Ты мне сушки с маком, пришли аудиокассету. Слушай, с Борисом. Слушай, давай сворачивайся. Мне домой надо позвонить. У меня сеструха рожает от завцеха. Потом к нам привели генерала-ветерана. В орденах чуть не за взятие ошибки. Внучки! Пуля дура! Штык молодец! Не рви, дед, глотку. Угости лучше. А как же? Только здесь бабка не достанет. Не унесет гвардейца. Может, не надо? Помните, как в прошлый раз нехорошо получилось? Молчать! У меня ваш маршал под Кёнигсбергом сортиры чистил, пока я тараном сменец брал за чекушку. 8 машин положил. А на мне не царапины. Даешь Беломорканал. За родину! За победу! Хлебай, унучки, ханку! Лютый дед, таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить, а не руки ремнями вязать и никак уж не в отрезвитель сдавать. За деда. Чудо-богатыря. Не, вы чего, издеваетесь, что ли? Я же только что за этим уродом убирал. Я же не виноват, что я все время рядом с ним оказываюсь. О, особист-контрразведчик. Начали к нему водить по одному всех находящихся в пункте. Выходили оттуда чаще с задумчивым видом, что уже наводило на серьезные размышления. Ну что, угрожал? Взятку предлагал, но не дал. Какой хитрый человек. Чего спрашивал-то? Я не понял. Плохие у вас дела, товарищ призывник. У кого они сейчас хорошие? У вас дела не просто плохие, а еще хуже. Чем раньше? Гораздо. Кошмар. Кошмар. Что будем делать, товарищ контрразведчик? Будем помогать соответствующим органам выявлять неблагонадежных элементов в армии. Я как раз одного такого знаю. Побожись. Чтоб не пусто было. У дежурного офицера газы. Поподробнее. Какие газы? Маркировка, производные? Газы сугубо удушливые. Производные. Копченая колбаса, сыр волна, лимонад колокольчик. Срок годности истек. Как из туалета выйдет, полчаса зайти невозможно. Глаза режет. Угу. Понятно. Продолжайте вести наблюдение. Мы с вами свяжемся. Свободны? Следующий. По выходу от контрразведчика я послал к нему чувака, а сам, соответственно, употребил допинг. На четвертый день меня облили холодной водой и привели к начальнику распределительного пункта, полковнику. Ну, молодой человек, вы служить собираетесь? Или вы к нам на побывку прибыли? Три набора сменилось, а вы все шалите. Вами весь пункт провонял. Да о чем разговор? Пошлите меня куда-нибудь в горячую точку с снайпером. Я очень усидчивый. Что-то такое мы вам и прописали, а заодно и вашему другу. У меня после этих слов упало. Какому другу? С усами или без? Если бы вы знали моих друзей. Я им денег немало был должен.
Хотя они сами нарывались, в руки купюру совали, в лицо кидались. Братья Алиевы, Лукбек и Максут. Братья держали кафе «Бегония» на Филях и только-только продали свой годовалый БМВ. К сути, как-то невзначай проговорился я Максуду, что могу под его деньги хороший процент взять. Я говорю: «Максуд, как я восхищаюсь твоим умом и мужеством, к тебе доллары так и липнут». Максуд особо не протестовал. Я, говорит, хачапури торговал, куртками торговал, Соней торговал и имел уважение. Так вот, я рассказываю, тут меня один министр с одним банкиром познакомил. Но мы поехали сначала с ними в музей, посмотрели бивень мамонта, а потом он мне и говорит: не хочешь по блату деньги поместить? Дашь 30, и через месяц возьмешь 40. Я ему отвечаю: надо посмотреть мои депозиты, но у меня есть один близкий друг, практически родственник. Предложу, конечно, если он не в Париже на сельскохозяйственной выставке. Максуд Киви бросил своим калькулятором, позвенел и Кулукбеку. Слово за слово, они подрались даже от перевозбуждения. Дали мне денег. В тот же день сплошные флеш-рояли. А потом пошел пиковый, черный период неудач, в который моментально включились все оставшиеся у меня на руках средства сирот Алиевых. Падение орла и сокола. Бородинская битва, где я мог лишиться зрения до первой звезды. В общем, спрашиваю полковника. Какому другу? С усами или без? Очень умному, но очень аккуратному. Я не имеете права, я с ним не поеду. У него больной желудок, я ты буду ходатайствовать. Ты не гони на мой желудок. Я в детстве подшипник переварил. Он еще и идиот. Едва зайдет солнце. Приемник его в нагрузку к тормозу. Нам так и не удалось выяснить, как тормоза зовут. Напишите приписном Федя. У него морда толстая, ему пойдет. Раздвинет все шлюзы и обидит, закроет глаза. Тебя как, Федя, зовут? Зовут меня Анатолий Васильевич Пестемеев. Я слесарь-инструментальщик 4-го разряда. А чё ты им, ты им не назвал? А чё баловать? Сами документы потеряли. Пусть ищут. К вечеру нашли Федины документы у медбрата, а чуть позже за нами пришел покупатель. Прапор. Товарищи призывники, надо понимать всю глубину наших глубин. Военные, а нам оружие дадут? 335. Трезвые люди. Женщины. Без бороды. Мужики, у вас деньжат нема? Всю дорогу прапор у нас клянчил деньги. Я говорю, деньжат нема. Командиру треба сувенир купить. Нема, мужик, деньжат. Не дам. У меня только для еды. Генералу треба сувенир купить. Цирку для схем. Заманал ты меня, военный. Меня однополчане зовут Владислав, для вас просто Владик. Я продал папин микроскоп. Папа микробов смотрел? Смотрел. Знаю я там по дороге одно место с офигенными циркулями. Пошли. 10 веков назад был я почтенный рыцарь. Мешали мне глупые лица, доспехи мешали мне. Что будем кушать, мальчики? Я много. Оливье и майонеза побольше. У нас в столовке хорошее оливье давали много. Однажды я даже в обморок упал. Накушался. Меня мастер домой нес. Какая отвратительная история. Мясо, виски с содовой и льда побольше. Троа буте де водка. Авек плезир. А мне шашлык.
Мадемуазель, вы прекрасны. Как Эдита Пьеха? Определенно. А можно я вас мягко потрогаю за талию? Но талия гораздо выше. Но разве это может стать препятствием для наших чувств? Это не может, но вон тот мужчина в галстуке за третьим столиком может. Это почему? Потому что это мой муж, Григорий Савельевич Топоров, серебряный призер чемпионата Европы по метанию молота. А вас как зовут? Зовите меня просто Элвис Пресли, поэт песен. Пропади все пропадом. Кончилось все это предсказуемым появлением военного патруля. Что? Негодяи! Товарищи военные, я, конечно, не против, если вы этого гидроцефала спеленаете, но он меня и моих за кадык в армию транспортирует на выполнение почетного героического задания. Если вы его все-таки заберете, мы однозначно поменяем явки и разбежимся по району, как крысы. Решать вам. Армии солдаты нужны. В армии без солдата абсурд и коррупция. Сейчас урегулируем. С присущей всем армейцам смекалкой майор налил 2 стакана водки. Один он заставил выпить прапора, а другой стакан офицер употребил сам. Прапор выпил и опал, как озимые. Пришлось нам самим на сопроводительные документы смотреть. Оказалось, что мы следуем в часть со сложной цифрой служить ракетчиками стратегического назначения. Теплоход Рихард Зорге. РВСН. Ты хоть понимаешь, Федь, что тебе доверит кнопку от ядерной бомбы? Надо очень. А я бы бахнул. Возникшая неведомо откуда привокзальная синявка. Мальчики, не желаете продажной любви? Предложила нам продажной любви. Я тебе сейчас лицо обглодаю. Тут наш прапор пришел в себя и попытался от нас убежать. Хочу пипи. Ёлки-палки, военный. Тебя в спешке делали. Вся твоя жизнь реклама безопасного секса. Идем в кусты. Командиры в кустах не слабятся. Давайте его на вокзал отведем. Че ему страдать? Пусть посыкает. Он вошел в кабинку. Открывай. И заперся там навсегда. Выходи, а? Может, ему плохо? Хорошо ему. Военный пароход идет без нас. Мирно! Командир выходит. Сарынь на кичку.
наверх вы, товарищи, все по местам, и последний прапор. Прапор глубоко невоспитанный тип. Что там невоспитанный? Дикий прапор. Иди сюда! Пока я его за левую туфлю тащил, то отчего-то представлял, что в этот момент на другом конце города в моей съемной квартире дико тоскуют по мне братья Улугбек и Максут. Это не пассажир, а дрянь какая-то. Да что вы такое говорите? Этот субъект, герой трех горячих точек, балтиец, с контузией на всю башку. У него к вечеру давление до 300 подскакивает. Точно? Гадалки не ходи. Ладно, заноси. Но в коридор героя не отпускать. У меня ковры. С верхней полки пердел проказный прапор, а мы мечтали о подвиге. Будешь ты, Федя, бомбой. Почему бомбой? Потому что вспыльчивый. Ты, Владик, будешь штык, потому что стройный. А я буду пуля, потому что в цель. Если в горячую точку пошлют, наградят звездой, квартира без очереди. И, конечно, везде без очереди. А если ногу оторвет, то в собесе деревянную дадут. Попугая матершинника и черную метку. Оператов больше нет. Кто гуляет? Жениться кого-то везут. С цыганами и кардебалетом. Обожаю кардебалет. А про этого кого-то в газете «Гудок» писали. Что он наркотиками торгует через ларьки «Союз печати». Красиво жить не запретишь. Утром пароход высадил нас на пристани города Икс, а сам поплыл дальше. Товарищи призывники, наш священный долг защищать родину и соблюдать правила личной гигиены. Иначе все у нас пойдет через жопу. Поэтому для более эффективного следования в часть мы должны сесть в автобус и проследовать в часть. Совсем и другой человек. Пьяница, мать, горе в семье. Товарищ начальник! Да. А вы помните, что вчера товарища генерала за погону кусили? Не согласен. Что погулять мог, да. Цыгане тем более. Мы должны иметь некоторый гражданский отдых. Но чтобы генерала, да еще за такое место... Нет, отставить! У нас субординация и выслуга лет. За мной! Становись. Вот она, родная. На овощную базу похоже. Это не овощная база, товарищ призывник. Это то место, где вы интересно и чрезвычайно увлекательно проведете ближайшие 2 года. Не сомневаюсь. После сдачи документов в штаб мы составили свои самые первые армейские впечатления. Здесь нам кушать не дадут. А это чувак с плаката «Не хватайся за оголенный провод». Я сказал проще. Полное говно. Прапор отвел нас в баню, при этом снабдив первой мудростью. Без свадьбы только мухи женятся.
Это вам не это. Понятно. Тому, кто это придумал, надо в голову гвоздь забить. Я его презираю. В итоге портянки повязал только опытный Бомба. А мы рассовали их по карманам. Пришивайте под воротничок к воротничку. А мы не умеем? Никто не умеет. Дело не в умении, не в желании. И вообще ни в чем. Дело в самом пришивании подворотничка. Армия не просто доброе слово, а очень быстрое дело. Так мы выигрывали все войны. Пока противник рисует карты наступления, мы меняем ландшафты, причем вручную. Когда приходит время атаки, противник теряется на незнакомой местности и приходит в полную небоеготовность. В этом смысл. В этом наша стратегия. Еще немного, я сойду с ума. Я уже сошел. У меня глаз дергается. А я себе палец пришил. После бани прапор в качестве первичного ознакомления с местом несения службы показал нам установку запуска межконтинентальной ракеты. Это, бойцы, секретный объект. И Бомба тут же наступил собачью какашку. Ишь ты. Отсюда, ребятки, наша Родина диктует свою непреклонную волю остальному мировому сообществу. Может, бахнем? Обязательно бахнем. И не раз. Весь мир в труху. Но потом... Прапор отвел нас в столовую, где сидело еще 300 харь на одно лицо, причем голодные. Этих жарить нельзя. Нельзя, ужарятся. Этих лучше тушить. Сидящие ближе всего к нам принялись очень живо обсуждать наши гастрономические преимущества. Гадость какая. А мне нравится. Не хотел бы я с тобой в голодный год на необитаемом острове очутиться. Как там на гражданке? Бабы есть? Практически нет. Сами удивляемся. Слушайте, а где наш дикий прапор? Скажите, военные, а где у вас здесь буфет? Новый, что ли? Да. Ну, тогда новые... Отдайте-ка мне быстренько честь. Затем берите вот эту катушку и тащите вон к тому мужику. Кстати, он тоже военный, не забудьте отдать ему честь. Что ж касается буфета, то без щепка, он там же. Спасибо. Да нет, что. Не нравится мне все это. Так можно и грыжу получить. Главное, буфет. Грыжа на голодный желудок – это не дело. Вот когда я в армию уходил, мы на заводе съели 7 ящиков оладий. Меня весь цех провожал. А меня весь факультет. А меня все казино. Катите на КПП. Как-то все здесь очень странно. У меня плохие предчувствия. Плевать мне на эти предчувствия. Плохо, что мы от еды уходим. Так в чем дело? Кто этот герой? Это батя. Вопросов нет. Дайте меню. И я сам меню. Булка с маком. Баба с ромом. Эклер. Сигареты Прима.
Вода – колокольчик. А кофе? Кофе – только офицерам. От кофе – нервы. Приказ генерала. Давайте все. Нашлись? Присаживайтесь, товарищ правщик. Съешьте эклер. Пора в казарму идти, койки занимать. А кушать дадут? Дадут, дадут, все дадут. По старой доброй армейской традиции, дембель осмотрел нас со всех сторон. Так, чтобы вы шарили. Кто отхреначил полгода, тот молодой. Он шестерит черпаку. Это который прослужил год. Черпак ходит под дедом. Дед разменял полтора. Он уважает дембель. Ясно? Переведи на наш. Перевожу. Жизнь ваша полная параша. В армии вы духи бесплотные. Духов чмурят все. Дык? Любопытно, а в чем это выражается? Вот видите этих прекрасных парней во главе со старшим сержантом Лавровым. Им ноги мыть по сроку службы не положено. А чистоту они любят. Будете им портянки стирать с детским мылом. Дембеля микробов боятся. Передай этим прекрасным парням во главе со старшим сержантом Лавровым, что к стирке у нас интереса совсем нет. Мы родину пришли защищать. Пору, как тузик, грелку. А вы не скажете, где у вас тут медсанчасть? Прямо и направо. А вы не проводите? Уй! Да не стоило беспокоиться. Они бы и сами нашли. Воодушевленные таким приемом, мы отправились в лазарет. Прикольно. Могло быть и хуже. Да, я примерно так себе все и представлял. Скорее бы автоматы дали. Автоматы, гранат побольше и одну мину. Их там 5 штук. У них ветрянка. Hello, братьям по разуму. Тунгусы. По-русски ни хрена не понимают. А я и не знал, что у нас тунгусы служат. Они повымерли же. А они, наверное, по обмену. К нам в институт по обмену тоже не пойми кого присылали. С лишаями, как правило. Зато ночь компенсировала нам весь моральный ущерб. До 4 утра мы играли со старшим сержантом Лавровым в дембельский поезд. Лавров нервничал, предвкушая встречу с родным поселком Гундосово, и требовал: проводник, чаю. В половине пятого бомба слишком сильно раскачал койку, и уже дремлющий сержант выпал из поезда, сломал себе ногу и получил ожог второй степени. После такого стресса нас вместе с Лавровым сослуживцы отнесли на носилках в лазарет.
лазарете Лавров с нами подружился, так как мы были одни, и больше ему дружить было не с кем. Ну чё, духи поганые? Будем служить, как положено, или будем глазки строить? Будем! Тогда ты репетируй мне песню про девчонку, что ждёшь, что в слезах. Ты машину давно полотенцем. Только смотри, чтоб меня не продуло. А ты, гад, мух истребляй, безжалостно. Да, и вот что. Знаете, какая радость у духа? Какая? Дух рано или поздно становится дембелем. А перед дембелем лежат все мечты. Потому что любят его очень и здесь, и там. Пожарные берут и в милицию. Там курорт от профсоюза. Бесплатный проезд на автобусе. Девки с дойками. Так и плачут по дембелю. Потому что дембеля больше в армию не берут. Короче, дружба у нас наладилась. Жертвам научной фантастики вешают гири на синие уши. Если не веришь, сходи и послушай о том, как поют соловьиные трели. Слышь, дух, от ветрянки сдохнуть-то можно? Нет, товарищ старший сержант. Ветрянка болезнь не опасная, но очень заразная. Поэтому заболевший должен быть на долгое время изолирован от общества в стационаре. В стационаре? Лаврову очень понравилось слово «стационар». Слышь, давай кого-нибудь из оленеводов сюда. Сначала оленевод всего боялся, но после предложенной примы освоился. Слышь, брат, ты мне поможешь, я тебе помогу. Все люди, братья, ну миру мир, так? Все люди должны друг другу помогать, так? Не понимает. Год служит и не понимает. Слышь ты, тварь дикая, да плюнь мне в рожь, что я тебя прошу как родного. Лавров успокоился, оленевода отпустил и в ожидании полезного недуга спел старинную дембельскую песню. Ну-ка, дух, давай, включись. Покидают чужие края, дембеля, дембеля, дембеля. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они. И куда ни взгляни в эти майские дни, всюду пьяные ходят они. На перроне девчонка в слезах тихо шепчет: «Останься, солдат». Нет, ответил солдат, пусть на ваших плечах будут руки лежать сложа. Нет, ответил солдат, пусть на ваших плечах будут руки лежать сложа. Нет, ответил солдат, пусть на ваших плечах будут руки лежать сложа. Интересно, как он узнал, что товарищу старшему сержанту надо в рожу плюнуть, если он ни слова по-русски не знает? А может, он некоторые слова все-таки знает? Бомба, иди на кухню. И из бачка у стены еденные продукты на себя мажь. Потом бери бачок и иди с ним в город за водкой.
Такое говно. Ни один патруль не остановит. Джигит, иди сюда. Чего? Ты маму любишь? Маму люблю. И тетю Тань люблю. И Олю Крымову люблю. Она у нас на заводе в ОТК работает. А деньги любишь? Очень. А где Гена Бабков спит? Какой Гена Бабков? Ты что, дурак, что ли? Где Гена Бабков спит? Не знаю. Ты узнай. Мы его братья. Только ты ему не говори. Он и стесняться будет. Хорошо. Я тебе еще много дам. Только ты узнай, где Гена Бабков спит. Где этот шакал? Спи. Хорошо. Ладно. Бомба решил, что это американские шпионы, но обещал все узнать. На деньги Бомба купил ящик эклеров, 3 бутылки водки и зашел в книжный магазин. Тетя, а наука и жизнь есть? Наука есть, а жизни нет. У меня мужик прошлой зимой застудился на рыбалке. Теперь так, не запрок, а сувенир. Только усы стоят. Если бы не вы, солдатики, хоть плачь. Пойдем, щекастик, ко мне в подсобное помещение. Я тебе про барысок насыплю. Нет, вы уж лучше дайте технику молодежи. Допивая 2-ю бутылку, я признался, что Бабков Гена – это я. Гена Бабков – это я. Лавров, заинтересовавшись оставшейся частью денег, решил дальнейшие переговоры по моему вопросу взять на себя. Он приказал позвать в лазарет своего младшего брата, младшего сержанта Лаврова, и кума, ефрейтора Гологуру Александра Петровича. Родственники явились незамедлительно, выгнали нас из палаты и начали держать совет. А ты единственный ребенок в семье? Дергать надо, дружище. Но убежать я не успел. Мужики, мужики, обалдели что ли? В качестве переводчиков решили взять хлебореза Фаруха Газимова и коптера Геру Либермана. Либермана обнаружили лежащим на тюках со свежим исподним, обнюхавшимся жидкости для выведения пятен. Гера, ты здесь? Я здесь, я там, я всегда. Кто ж так с коптером разговаривает? Смотри, как надо. Чужое, халява. Взять, взять. Что будем пить, девочки? Ребят, ну не надо. Идут. У нас товар, у вас купец. Деньги покажите. Тут Улугбек сделал трагический промах. Деньги? Есть. Вытащил деньги наружу, отчего потерял сознание и передние зубы. Вот так. Ишь, лазят. Лазят. Золотые коронки не взяли. Побрезговал. Пистолеты на закуску поменяем. Есть.
Придется палец отнимать. Палец отрезать тоже не стали. Сбегали за мылом. Если соскучитесь, милости просим. И помните, для хороших людей армия родная мать, а для плохих теща. Слышь, а у тебя много долгов на гражданке? Где-то на пароход. И что, типа они все сюда приедут? Гадалки не ходи. Ты дух правильный военный. Мы с тобой в портянках от Версачи домой уедем. Береги себя. Что такое, Сашок? Людей нет. Где люди? И птицы затихли. Талалаев. Все в укрытие. Запарю, сволочи, в дезбате! Расстреляю, сволочи! Расстреляю, как бешеных собак! Что это было? Батя был. Генерал-майор Талалаев, командир нашей части. Пронесло. Решите? Товарищ старший сержант, гостей обули по полной программе. Потерь не имеем. Настроение боевое. Ждем ваших дальнейших распоряжений. Молодец, солдат. Так служить. Отдыхайте. Есть! А фильку-то я порешил. Боялся, уползет, как змея отсюда правильно. Тут в лазарет заходила медсестра. Я ее потрогал и лишился покоя. Такая сладенькая. Ушки красненькие, носик в угрях, жопа толстая и шершавая, как ананас. Валькирия. Дергать за кольцо, не выпуская рычага. Потом еще три дня наши старшие сослуживцы продолжали осваивать средства братьев Алиевых. Помимо конопли было куплено много разных ингредиентов и составлена армейская винная карта. Особенной популярностью пользовались коктейли «Земля-воздух». Две трети пива и треть водки. А также сои 3. Треть водки, треть пива, треть конопляного отвара. Смешивать доверили Дере Либерману. Скоро у него приключились видения. Вижу неопознанный летающий объект над штабом. Зеленого цвета. Какой объект? Не положено над штабом объект. Зеленый объект. Вскоре коптер был отправлен от греха на подсобное хозяйство, куда заодно сослали и нас со штыком и бомбой до присяги. На карантин. Подсобное хозяйство – это где свиньи растят для питания. К свиньям на ферму нас не пустят, а отправят посильно охранять стрельбище и обеспечивать отдых генералу. Это каким же образом? В субботу нам привезут свинью с фермы и генералов из города вместе с батей. Свинку кушать? Свинью расстреляют, как Гитлера из пулемета. Если попадут, конечно. А кормят здесь как? Сухари и вода. Вот тебе на. Товарищ Дембель, а когда нам кушать дадут? Никогда, товарищ дух. Это армия. По приезду на место мы прежде всего огляделись. Не грусти. Есть еще волшебная русская традиция оставлять на могилах усопших разного рода свежие продукты и напитки. Я покойников боюсь. Да ну, дичь какая. Пуль, ты идешь? Не, я лодыжку отсидел. Нам очень понравилось. Жить предполагалось в вагончике. Есть хочу. Мне всегда задают три вопроса. Почему я в армии? Сколько мне лет? И отчего у меня волосы на груди окрасились? Начну с последнего. Волосы у меня на груди окрасились, потому что я пролил на них ракетный окислитель. Лет мне 29, скоро юбилей. А в армии я потому, что меня жена с тещей хотели в сумасшедший дом отдать. За убеждение.
Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Понял. Соболезную, мадам. Ваши чувства близки мне. Вы тоже пережили подобное? Нет, но очень надеюсь пережить. Ну, то есть наоборот, вы понимаете. Я вас понимаю. Лариса, вдова Петра Алексеевича. Владислав, вдовец Зинаиды Петровны. А не прогуляться ли нам, Лариса, осмотреть местные достопримечательности? Излить, так сказать, посильно друг другу горе. Конечно. Излить посильно. Здесь такие замечательные склепы. Прошлый век. Чугунное литье. Обожаю склепы. Обожаю чугунное литье. Пока Штык знакомился с достопримечательностями по ГОСТу города Икс, Бомба пытался приручить местных кладбищенских собак. Собаки. Сразу говорю, я собак жрать не буду. Я собак живых люблю. Хозяин барин. Однако хитрые твари не торопились попасть в ловушку. Где этот Штык, гад? Небось, сам все стрескал. Какой вы ненасытный, гардемарин. Дышаться можно только ветром. День прошел незаметно. Мы быстро перекусили принесенными с погоста Штыком продуктами. Положительно, в армии есть свои плюсы. Солдата взять нечего, отсюда опять же искренность отношений. Угу. И режим же опять же. В армии главное не упустить. Спать пойду. Снились мне братья Алиевы. Бывайте, Ихтиандры Хуевы. Чудом ушли, да? Чудом. Чудом. Не спится, Тась Дембель? На том свете успею. Я думаю о жизни, ее смысле. Ишь, как мается. Кто? Черный Дембель. Товарищ Коптер. А что это за черный дембель такой? О, это очень старая история. В одной артиллерийской части под Киевом служил один дембель. И оставалось ему служить 3 дня и 3 ночи. Очень дембель любил медсестру Олесю из соседнего с частью хутора. Должны они были пожениться. А в части еще служил один прапор. Гад редкий.
Он тоже на Олесю глаз положил. И как-то ночью... послали дембеля в гробу с пришитой головой домой. Написали, мол, погиб за родину. С дерева упал на топор. Прошло 2 года. Отплакала Олеся все слезы и за прапора душегуба замуж собралась. Тут стук в дверь. Входит какой-то мужик в капюшоне и блюдо с крышкой несет. «Ты кто?» – крикнул прапор незнакомцу. Голова на блюде глаза открыла и как закричит. «Я черный дембель, твою мать!» Тут свет погас, а когда его включили, в доме все мертвые лежали. И с тех пор черный дембель ходит по свету, ищет новую невесту, и нет его черной душе покоя. «Да... лажа». Такая вот армейская драма. Шекспир и племянники. Тут хоть вывернись, а все идет по накатанному сюжету. И жизнь, и слезы, и любовь. Не коснул сказано. И о любви. После триумфального появления штыка на кладбище, женская половина города X, естественно, ее вдовья половина, собралась в городской библиотеке вокруг вдовы Петра Алексеевича. Неизвестно, что именно рассказывала та, но при этом румяная вдова заразительно гоготала и производила разные хитрые жесты из серии, как рыбаки показывают пойманную ими накануне щуку. И наступила суббота. В воздухе носился страшный дух праздника. Мать моя женщина, кого же батя тиранить будет? Я во всем сознаюсь. Тогда он расстреляет тебя на месте и отошлет назад бандеролью с диагнозом скоропостижной кончины от дизентерии. Лучше мы тебя по кустам пустим шуршать. Типа хряк. А стрелять он будет? А как же? Но он бывает и промахивается. Но редко. Лучше не придумаешь. Не нравится мне все это. При таких рамсах обычные свидетели валят. Давайте, может, я на ферму схожу, попробую еще одного порося взять. Бесполезно, эти не дадут. У них завхоз сыроед. Фюрер кличка, сам из Харькова. Талалаев с друзьями прибыл на закате.
После непродолжительного чаепития генералы перешли на пиво. Ну а потом своей участи и портвейн с водкой не избежали. Выпускай хряка. Прощай, бомба. Прощай. Хана толстому духу. Но не тут-то было. Вскоре хрюканье раздалось вновь. Матерый. В это время Штык ублажал четвертую и пятую вдовицу. Те млели от интеллигентной манеры Штыка, плюс ко всему его выгодно отличало от местных кавалеров нежелание бить своих партнерш по спине кулаком в момент оргазма. Штыку льстило подобное внимание. Хотя его начало смущать, что у иных внешне благопристойных покойников оказывалось по две или того больше вдов. Как боюсь я вас, знать увидел. Подранок. Уходит, кабан. Надо его кортиком запороть. Сейчас он подрежет мордатого. Бомбу надо было выручать. Товарищ генерал, решите самому поймать свиненка. О контр-адмирале беспокоишься? Так точно. Кабаны дико свирепое животное. Вдруг он потопчет контр-адмирала? Да хрен с ним, с Семёнычем. У тебя свой генерал. Он скучает. На что же нам с тобой сыграть? А, боец? На деньги. Деньги брызги. А то сгинуть, как настоящий солдат. Готов голову сложить. Это как раз я и хотел тебе предложить. Возьми пистолет, заряди один патрон и дай мне. Вот так-то. Повеселись, служивый. И выпей для храбрости. Беркут, тебе можно в бане спиной поворачиваться. Повторим? Говно вопрос.
Следует ли говорить, что мне повезло? Варианта нет. Тем более, зная понаслышке характер начальства, я, естественно, ни одного патрона в револьвер не вставил. Солдат, сидишь? НЛО стерегу. Какое НЛО? Натуральное, зеленое, чистый изумруд. Оно здесь часто крутится. Познавательно. Но почему зеленое? НЛО по определению красное. Красное — это с Марса, а зеленое — с Венеры. Нет, красная — это не из нашей галактики. А я ведь догадывался. Как-то оно не так на посадку заходит. Не по-нашему. Это уж точно. Они от нас далеки. Куда уж дальше. Бывает одна голова, а бывает, что и две. Эти опасные. Я им не доверяю. Были случаи, они в мозг лучами проникали. Дай-ка. Авиационный, без осадка. Ракетный, лучший детям. Американским. Товарищ генерал-лейтенант, я давно хотел спросить. Как с Йети быть? Йети? Надо чаще мыть. Да нет, я про снежного человека. А, ну это... Надо с контр-адмиралом посоветоваться. Он Атлантиду видел. Но контр-адмиралу было не до Атлантиды. Контр-адмирал яростно топтал кусты, пытаясь нагнать неуловимого поросенка. Временно исполняющий обязанности свиньи, а иначе говоря, бомба, по понятным причинам шанса ему не давал. Я задыхаюсь, жгучие и прекрасные, как люблю я. Командор? Я не командор, сторож я. Собирайтесь, молодые люди. Скоро кладбище открывается. Люди плакать придут. Им вас видеть никакого удовольствия. Ты здесь прекращай всякие испытания. Свиненок твой мутантом оказался. Глаз мне подбил и кортик отобрал. Учтем. Прекрасно расслабились. Поехали, мужики. Молодец, боец.
потешил старика. Теперь ты понимаешь, что нам отступать некуда, что за нами Москва. Понимаю. И долго стояли, глядя на горизонт, за которым лежало наше прекрасное будущее. Через несколько дней нас привели к присяге. Мне выдали бумагу с ее текстом и поставили перед строем. Но вдруг появился Талалаев. Солдаты, вы знаете, что я вам могу сказать. И я знаю, что вы мне можете ответить. Короче, служите. Талалаев раздал всем автоматы. А кому они не достались? Саперные лопатки. Читай, Беркут. Я, Бобков Геннадий Романович, торжественно присягаю на верность своей родине, Российской Федерации. Что наша жизнь? Игра. А самая азартная игра начинается тогда, когда на кону как минимум твое здоровье. А еще прикольнее, если жизнь. Можно давать в прикуп. Только армия способна раскрыть ваши внутренние резервы и превратить тухлых мечтателей в покорителей звездных меридианов и прочего межгалактического продукта. Вот взять меня. Кем я был? А кем я стал? Мягко говоря, всем. А почему? Да потому что я русский солдат. А русский солдат никогда не сдается. Один хрен ему терять нечего. Это и есть наша главная военная тайна.
Thank you.